В Турции повышен уровень террористической угрозы после целой серии взрывов, прогремевших в трех восточных провинциях страны. В момент первого теракта в провинции Ван случайно попал на видео. Гуляла свадьба. Оператор, снимавший торжество, явно не предполагал, что в кадре окажется такое. Целью атаки были сотрудники полиции. Заминированный автомобиль взлетел на воздух возле отделения. Через несколько часов по той же схеме теракт был совершен в городе Эль-Азык. Жертвами двух взрывов стали 7 человек, пострадавших более 200. Среди них как полицейские, так и случайные прохожие. Третий взрыв прогремел в провинции Битлис. На самодельном фугасе подорвался армейский бронеавтомобиль. Погибли трое военных, ранены 6. Хотя никто не взял на себя ответственность за случившееся. Власти страны говорят о курдском следе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаки местью за неудавшийся июльский переворот. Ростуризм настоятельно рекомендует нашим туристам быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.